Поздравляют и желают всего самого наилучшего своим близким сегодня абсолютно все, и министры не исключение. Наша съемочная группа узнавала, что подготовили высокопоставленные чиновники своим любимым по случаю Международного женского дня. Как оказалось, в основном жен министров ждут цветы. В Международный женский день супруги министров без цветов, по крайней мере, не останутся. Члены кабинета Дарины Речана признались, что готовились к 8 марта основательно. Цветы преподнесу и, наверное, все. Моя супруга любит тюльпаны, я подберу букет из 7, 9 или 11 цветов разных расцветок. Я подготовил подарки для всех. Конечно же, не буду раскрывать скобки. Это должно быть сюрпризом. Подарок будет сюрпризом. И неправильно было бы говорить об этом СМИ до вручения. Подарки уже подготовил, осталось цветы купить, чтобы посвежее были. Некоторые министры признались, что не успели подготовить подарки своим близким. Сослались на занятость и министерские дела. Не подготовил. У нас в семье не принято выделять какие-то дни. Ничего на завтра не планировали. В принципе, как и всегда. Я не готовил ничего особенного. Я сейчас возглавляю министерство, пытаюсь сосредоточиться на работе, и это очень большая ответственность. И моя задача – обеспечить равные возможности для всех в этой стране. И для мужчин, и для женщин. Иными словами, супруг наших министров ждут в качестве подарка в основном цветы. Остальное, по словам членов кабинета министров, секрет.